Яркие красные аксессуары сразу же бросаются в глаза. Но в них-то как раз-таки и проблема. Между собой они, конечно же, дружат. Дружат и по цвету с одеждой. Но по стилю конфликт. Сумка и туфли – это классика, даже с претензией на вечер. В то время как комбинезон и куртка – это стиль милитари, динамика, спорт и никакой романтики. Усугубляют ситуацию еще и очки на голове. Так носить не нужно. Это все-таки не обруч, это очки. Стиль милитари не только для энергичных бунтарок и независимых феминисток. На контрасте он способен подчеркнуть женственность и беззащитность. Поэтому кутюрье снова и снова обыгрывают военную форму в моде. В этом сезоне часто встречаются лаконичные платья с погонами, милитари-брюки, шорты с отворотами, юбки-трапеции, а также комбинезоны, парки, пальто с военной фурнитурой и жестким кроем. Главные признаки милитари – защитные оттенки, плотные ткани, а также декор в виде молний, карманов и тому подобного. Комбинезон милитари не обязательно миксовать с грубыми ботинками. Его можно миксовать и с вещами других стилей, но близкими по духу. Например, с кофтой на тему униформы для колледжа. Плюс кроссовки. А это отсыл к спорту, к динамике, и поэтому весь образ хорошо складывается. А вот таким образом можно внедрить комбинезон милитари в гардероб для офиса. Нам помогает клубный жакет. Полоску с эмблемой и золотыми пуговицами. Это тоже униформа. Собирают весь образ и делают его более строгим и деловым лофером. Аксессуары должны сочетаться с одеждой не только по цвету, но и по стилю. И это явно не тот случай. Военный комбинезон составляет крепкую коалицию с джемпером Old School и базовыми кроссовками. А с клубным жакетом и лоферами он приобретает серьезный деловой вид.